Приветствую вас. Я думаю, что вот то, что вы описываете, да, особенно вот зрительный контакт, тремор, легкое вздрагивание головы, вот, значит, то, что вас, вероятно, кидает пот, да, это вот все больше, как мне кажется, это все больше про то, что вы переживаете паническую атаку. Так вот, мне кажется. То есть, ну, это очень похоже по описанию на паническую атаку. Вот. И возникает это, как правило, в результате следующих нюансов. Значит, первое и, наверное, самое главное, это страх оценки, страха осуждения, вот, ну, может быть, здесь еще есть дополнительно какой-то страх, еще, ну, чисто вот ваш, чисто связанный с вами, да, вот, ну, условно говоря, с тем, что для вас, ценно, да, вот, с тем, что для вас важно, вот, и как мне кажется, на это тоже имеет очень большое значение, имеет смысл обратить внимание, да, на это, вот, на то, что вы, на то, чего вы боитесь. Вот. Я думаю, у вас неустойчивая самооценка, да, то есть, ну, она колеблется вот, в зависимости от, других, от мнения других людей, вот. Как мне кажется, как мне думается, как мне это видится, вот. И, соответственно, это связано с тем, что вы не знаете себя, вы к себе не прислушиваетесь, вы себя не слышите, возможно. Вот, ну и это, конечно, очень негативно сказывается на вас. Сейчас вот это сказывается на том, а точнее в том, что вы не можете держать контакт. Это первое. Второе, вы не можете общаться с людьми, ну, адекватно, да, как-то вот это, второй момент. Вот. То есть это все вот там, где вы начинаете соприкасаться с другими людьми, там, где идет проверка себя. Вот, там у вас сразу начинаются трудности определенные. Вот, но, к сожалению, это так. Примечательно, что за тремор вам стыдно, потому что тремор вами воспринимается как
что, например, пример для вас это как вкладыш. Давайте назовем это так. Стремер — это слабость, и, соответственно, вам стыдно за то, что вы проявляете слабость, как мне кажется. Вот. Ну, соответственно, вы боитесь, что слабость проявится, точнее, еще больше. Вот. Она, кстати, на самом деле проявляется неизбежно, вот, и вам стыдно. Это еще и вот какое-то такое, знаете, желание, да, быть идеальной, быть сильной, быть там вот, ну, какой-то прям вообще супер, супер и так далее. Вот это вот такое вот постоянное требование от себя. Быть, ну, быть лучше. Вот. Хотя это, в принципе, невозможно. Вот. Но, к сожалению. Вот я могу вам сказать. Значит, ну, работа со стыдом, она, конечно, предполагает определенную с вами беседу. Вот, работа со стыдом предполагает некоторое с вами взаимодействие. Вот. Поэтому, если, опять же, тренер вам нужен для чего? Чтобы себя защитить. Это очень, очень важно понимать, что вам нужен тренер для того, чтобы, ну, чтобы чувствовать себя безопасно. Вот. Если, ну, то есть тренер помогает вам людей отталкивать от себя. Потому что если они будут люди, если люди будут ближе к вам, вот, то я думаю, вам будет больнее. Но вы будете ощущать себя, условно говоря, болезненно, более болезненно, чем при треморе. То есть вот, ну, грубо говоря, при треморе вам только стыдно, а нам будет еще больно. Вот. Но при этом, да, все это вы отрицаете. То есть возможность вот таким образом хотя бы защищаться. Вот. Это все равно вот как бы достаточно грустно здесь. Следующий важный момент, на который, наверное, хотелось бы обратить ваше внимание, это по поводу чего можно, условно говоря, выстраивать контакт, да, по поводу чего можно выстраивать отношения. То есть, ну, если вы, например, грубо говоря, выстраиваете
контакт достаточно поверхностно, вот, то может быть проблематика здесь, потому что устраивая контакт достаточно поверхностно, вот, вы рискуете нарваться на то, что к вам будут относиться, ну вот, таким образом, то есть оценивающе, постоянно, можно сказать, на вас будут оценивать, ну вот, а вы, как мы могли заметить, вы этого не хотите. Вам это больно. Так что здесь важно подходить именно к вопросу выстраивания общения с точки зрения тематики, какой-то точки зрения построения тем определенных, с точки зрения выстраивания вектора общения, вот, потому что иначе общение будет ради общения, это излишне искусственно возведённо в абсолют ценность его общения, ну, которая вам, вообще говоря, не нужна, да, то есть, как бы, ну, вам это, вот, не нужно слово совсем, потому что, ну, такое общение, оно достаточно грустно выглядит, скучно, неинтересно, вот, ну и поверхностно, конечно, тоже, потому что это общение, оно, ну, весьма такое, я бы сказал, условно, да, то есть, ну, вот, именно условно общение. Такая вот история здесь, вот, поэтому, соответственно, нужно вам на это обратить, значит, свое внимание, да, на это нужно обратить вам свое внимание, и собственно, в этом направлении уже двигаться, в этом направлении уже как-то вот, ну, продвигаться, скажем так, да? Вот, значит, ну, я надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Вот, на этом, в принципе, все. Я надеюсь, что мой ответ был для вас полезен. Вот, я желаю вам всего доброго. Я желаю вам удачи. Вот, я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом, вот, и вы сможете решить для себя данные проблемы. Вот. Всего вам самого доброго и удачи.